Так, вот такие вот цветочки с таким братцем кроликом. Прикольный такой лопоухий. Решили подарить. Идем в гости. И сейчас я покажу тортик. Я положила в эту коробку. Вот так вот по-скромному я украсила тортик. Такое типа большое какое-то пасхальное яйцо, наверное, получилось. Полосатое. Так, вот Никита несет еще шоколадное яйцо для Артема. Никита, постригли. Так, все. И мы поехали в гости к Наталке. Так, еще раз, пассальформик он... С баклажанами. С баклажанами. Это Наталка. Мы уже у Наталки в гостях. Так, поздоровайся с людьми. Всем привет. Папка, тебя еще раз. Спасибо. Так, мы приехали в гости, и Наталка тут наготовила, хозяйка. Это, короче, паста аль-форно, в духовке, в общем, с баклажанами. Это самое, сверху моцарелла и по пармезану. Так, а вот это вкуснятина, картошечка с сальсичей, да? Угу. Потом попозже. Вкуснятина. Молодец. Так, у нас сегодня Пасха. Все итальянцы смотрят, слушают Папу Римского. Так же самое и мои сестры еще смотрят. Как Рождество, как Пасха, они постоянно смотрят. Привет всем. Так, значит так, вчера Ленусик распустила Лена косы, за ней все матросы. Вчера она распустила косы, а сегодня Галюсик накрутила косы. Ой, как накрутила косы. Но распущенными я не пошла, потому что они мне мешают. Я не привыкла, с распущенными волосами. Мне как-то мешает. Я хотела прийти, а потом уже под конец, уже прямо одну минуту перед выходом взяла, заколола и побежала. Так, показываю. Вот только вот яиц шоколадных. Все друг друга дарят. Это наша. Тут тоже у Наталки прикольные яички вот эти вот в коробочке. Это вот этот мой торт. Так, там шарики. Как пасхальные яйца. Вот эти шарики надули. Молодцы. Прикольно сделали. Прикольно придумали. Вот эти вот венецианские маски у Наталки висят. Вот здесь вот на Новый год, Рождество стояла елка, помню. Сейчас мы сделаем, как Неаполе делают у Наталки муж с Неаполя, и как там делают салат. Вот это, короче, руккола ложат сверху, вот так вот таким ножом, как бы режут тоненько пармезан сверху, и потом поливают просто оливковое масло. Посолить, да? Солить, наверное, уже каждый будет солить. Солить, да. Да. Каждый солить. Так, а я вот такую вот мясную нарезку разложила. Уже готова. Меня там подкинула работу. Я говорю, давай я тебе что-то сделаю. Вот сделала что-то. Так что объедимся и помрем молодыми. Нам в духовке уже паста форма подходит. А чувствуется запах? Я, кстати, чувствую. Какая там вкуснятина. Ну ты молочи. Это тоже в Неаполе так делают? Да, с кровью. Специальное полотенце. И паста. Пасхальное. Ага. И паста, и меланзана вместе, да? Угу. Прикольно. И помидоры, да? Угу. Вот это сок. Соус этот. Вот так вот салат. Вот так вот пармезан нарезается, и сверху рукколы ложится.
Не, я снимаю вот за этот теракт в Брюсселе. А я мужу буквально на следующий день как раз ехали в машине и говорю, какая европейская столица следующая будет интересна. Это что вообще? Сначала Париж, потом Брюссель, блин. Кошмар какой, показывают новости. Так, у нас мужики, кто с кем? Никита с Артемой, мой муж с Наталкиным мужем. Мы тут хозяйничаем. Правда, Наталка бочки пишет, и я болтаю. Они зелененькие. Это все овощи грин, там баклажан, сыр болгарский, перец болгарский и цукини. Так, это вот этот... Дзинзеро, такой напиток, как это, напиток, газированный сладкий напиток, и сделан из дзинзеро. И, подожди. Имбирь. Ой, я по-дзинзерски забыла. Имбирь такая газированная настойка, слабоалкогольная. Или она вообще не алкогольная? Ну, не алкогольная. Не алкогольная. А, ну, значит, можно пить и отпиваться, как говорится. Так, на раз показалось мало. Говорит, надо еще что-то. Точно решили обожраться. Да? На Пасху. И вот там Наталка делает ответ. Вот эти вот мясные леточки обваливают. Да. Обваливают яички в панировочных сухарях. И вот обжариваем. Вкуснятина. Они сочные такие получаются. Я уже немножко сейчас дня, я уже голодная. Остудимся. Обожрёмся и точно поврём можно. Всё горячее было. И белое вино, и красное вино. Вот. Я попьёмся тоже. Показываю погоду. У нас сегодня обещали на Пасху дождливую погоду. Сейчас, подожди. А у нас дождливая погода целый день, да? А у нас вот такое вот солнце. Такое солнечное. Ну, тучки-вонючки есть, конечно, но они высокие. Я сегодня даже куртку не надела. Я просто кофту тёплую... Сверху, где она там, да. А вот так, напротив света. Просто кофта теплая сверху и все. Вот даже без куртки, нормальное тепло. Что говорила? Так, скажи, сколько Никите ложить? Наталка решила, чтобы я птица лопнула. Никите мало положи, чуть-чуть положи Никите, потом пусть он попробует, если понравится. Да, это, короче, паста аль-форно, вот такая вот паста, запеченная с баклажанами, с моцареллой там, да, пармезан, все, пипец. Сколько, мне кажется. Наталка смеется. Так, вот у нас уже, мы уже закончили трапезу, вот у нас такой бардак на столе остался. Вот такая вот вкуснятина была, картошка с сосисками такими жирными. Мне лично понравится, это мой муж не доел, оставил. Вдох тоже, ну он просто уже все сытые такие, пересытые, Наталка столько наготовила, хозяйка. Так, мы сейчас все это уберем со стола, и у нас будет уже десертный стол, и все. А потом пойдем погуляем, да? Благо дождя нет. Ну-ка. Тучки-вонючки, но дождя нет. Так что пойдем погуляем немножко по парку их, посмотрим. Павлинов, мавлинов. Твои. Немножко ложу. Вот такое вкуснячее мороженое, фьорди-латте, оно как кремовое, как густо, да, вот вкус такой, как кремовый идет, фьорди-латте, как по-русски должен сказать. Вот такой сливочный десерт с клубничкой, клубничка испанская. Сделаем как, мороженое и рядом клубничку, да, поставим? Да, рядом. Сейчас мы подесертничаем. Солнышко снова вышло. А, прекрасно, прекрасно, прекрасно. И яичко тут висит пасхальное. С Украины Наталка привезла. Это тоже у тебя что-то пасхальное, вот этот кролик, зайчики. Да. Это что такое вообще? Такой, типа, для конфет. А, да, точно, там крышка, смотрю, открывается. Такие зайчики класснющие. Улыбаются. Да, с пасхальным яйцом. С пасхальным яйцом, точно. Так, половина торта мы уже слопали. Вот такой вот внутри вот он идет. С шоколадными каплями. Вот это чембелла итальянская. Но у нас я сделала круглая с дыркой, а это я сделала такую, как длинную лепешечку. Вот так вот украсила по-скромненькому. Пили лимончелло. И все. Так, мы сейчас не только решили пойти прогуляться в парк. Погуляем. Жирки растрясем, блин, после такого сытного обеда.
Так, в прошлый раз я здесь снимала, когда была новогодняя ночь, мы здесь бежали галопом к этой кизе столюты пускать на площади. Сейчас мы выйдем уже при свете дня, посмотрите. Вот Наталка живет прямо рядом с кизой, и каждые 15 минут ей тут бомбят куранты. Вот, блин, да. Подфартило, елки-палки. Начинаем с 7 часов утра. Ну. До 10 вечера. Ух ты, как красиво. Внутри очень красиво, Сергей. Сейчас закрыто, внутри, да. Зайдем. И закрыто. Ну, внутри обычно во всех кизах красиво. Вот эта площадь, где мы салюты новогодние пускаем. Пойдем зайдем. Ну, идем, ладно, давай купим сейчас сигареты, потом зайдем на секунду. Вот такая вот кьеза, у них тут красивая. Солнышко у нас, дождя таки нет, ну и слава богу, что нет, нам подфартило сегодня погода. Вот такая площадная площадь вокруг. Запашок тут, конечно, не знаю откуда. Тоже какие-то иностранные люди там, не местные кустики. Так, нам куда? А, вот туда. Так, вот показываю, например, если негде купить сигареты, есть у нас такие автоматы, где работают и днем, и ночью, и зайди, и покупай любые сигареты. Сейчас посмотрю, как Наталка это делает. Сейчас она... Ну, дай не себе, это я мужу. А, есть какая-то карточка специальная. Ничего ж себе. Ага. Выбирай сигареты, неправильно. Да? Неправильно встал. А, неправильно карту всунул. Динару, деньги положу. А, тут написали цены сразу. Она карточку сунула, написали сразу цены на все сигареты. Наталка ложит деньги. Выбирает сигареты. Нажимает на кнопочку. И там выплюхивается пачка сигарет. Все. Выплеснулась пачка сигарет. И вот так вот работают тут днем и ночью системы, где можно купить сигареты. Пошли. Сейчас мы зайдем в кеду, посмотрим, как там красиво, ненадолго. Вот она такая. Ездила на этой площадной площади. Машины тут ездят, пешеходная дорожка. Сейчас перейдем. Не пойдем. Уже начал. Партизанки. Хотели пойти, блин, в кез. А там служба какая-то идет. И мы решили не идти. Мы пошли в парк, погуляем. Это 3 апреля. In Romano, Greco, Slavo, Italiano. Лунди, ульич, апреля. А сегодня какой апреля у нас? Сегодня какой апреля? Какой март? 27-е. Ну ничего, написано. Блин, я телефон не взяла, хотела спросить. Ну потом. А, ортодокс. А что, ты на русском, на румынском? Где? На греческом? Румено, греко, славянский. Вот славянский язык есть. Итальянский. Ага. Славянский, славу. Мы просто пороки ортодокса дикуджу, да. Маджента, дедиката, санта. Есть. Это вот Маджене написали рекламу, что есть наша православная, да, церковь. В нашем городе. Ну, ну классно. Вам, да. Хочу, приезжайте. Да. Бенедикт Голдони. О, вот она и взбрякает. Так, ну мы машину уже увидим, она на нас будет ехать, если что. Ну все, побрякала и хватит. А мы в парк. Это что у вас за здание? Мэрия типа? Это, да. Коммуна? Коммуна. Так, это, как по-русски сказать, господи, мэрия. Мэрия, вроде там у нас тоже мэрия. Мэр города, ну да, мэрия, короче, коммуна. А мы сейчас куда идем? Направо, прямо? Прямо, потом на А там прямо как вы пройдем? Ну, сейчас до фонтана. А там открыто? Да. Ух, сейчас пойдем туда. Блин, так, у вас тут движение какое. Так, стоять, мы идем. Все, все, мы идем. Заборзели, блин. Пешеходы вообще пропускать должны. На пешеходной дорожке. Закрыто. Закрыто. Потому что сегодня Пасха, вот и закрыто. Вот и хотела. Ну, блин. Ну, блин. Три флага. Ну ладно, итальянский, европейский. А этот зеленый что это? Ломбардии. А, это флаг Ломбардии. Вот этот. Зеленый с белыми листиками. Я не знала. Очень голодный замок. Да. Это у нас коммуна. А там дальше за коммуной идет вилла. Ага, точно. Парк. А как мы теперь пойдем туда? Через забор. Полезем? Все закрыто. Наталка предложила это,
полез. Ну, на, вот тут люди, тут свидетели, у нас неправильно поймут. Блин. Вот елки-палки. Свидетели мешают. Свидетели надо убивать, блин, вообще-то. Так, так. Не прогулялись мы с Талкой по парку, потому что Нэри закрыла сегодня на Пасху парк. А мы решили через забор не лезть, потому что придется потом свидетелей убивать. Ну как, знаете, как жалко людей, которые все-таки, ладно, пусть живут. И пошли домой к нашим мужикам. Может, еще прогуляемся? Может, еще прогуляемся. А куда прогуляться-то? Где вот? Полазим здесь. Ну, давай полазим. Полазим. Сейчас опять пойдем, там опять не понимаю, как все повернулись, блин. Ходим туда-сюда. Машина что-то ездит, машинисты. Идем покажу школу Артема туда. Далеко. А вот там беседка. Так, а это что у вас такое? Это как это как называется? Алтарь какой-то? Ну, как они называются. Я забыла, как называется. Алтарь какой-то. Так, мы тут гуляли-гуляли. Идем так тогда уже, чего тут сейчас ему? Мы тут гуляли-гуляли и догуляли до школы, где учится Артем. Вот это средняя школа итальянская медиа в их селе. Ой, тут трафик, какой машин, тут просто... Что такое? Вы что, гуляли находится в школе, блин? Какое-то несчастное маленькое село, а машин, блин, пипец сколько. Ездят, и все так смотрят. Как... Ой, слушай, дядечка, он вылупился. Езжай давай. Такой дворик у Наталки миленький. Вот посреди стоит этот оливковое дерево. Цветочки кто? Сами садите цветочки? Мне приходится дома. Красота, лепота. Красота, лепота. Тут у Наталки рядом автошкола, прямо под боком. Учись не хочу, как говорится. Так, дубль 2. Так, мы решили с Наталкой снова почаёмничать и снова по тортику. Вот так вот сюда вот такой вот напряг, говорит повторно то же самое, когда кадр не сохраняется. Чё, у меня вчера тоже такое было. То же самое, я снимала первый кадр, а потом, короче... Тебя покажу. Сняла первый кадр, а потом хотела показать на балконе вот эти мои трава, вот это салат, который хотела, и чуть-чуть, буквально камера стукнулась об стекло и выключилась, понимаешь? Я так чувствую, наверное, этот первый кадр не зафиксируется. Я потом начала вот этот мой салатик и начала, ну и на всякий случай, если не будет первый кадр, я с вами поздороваюсь. И поздоровалась опять снова, опять я то-то готовлю, я то-то приготовлю, я это показала, я это, короче, опять по-новому все, вот это вот напряг, блин. Короче, решили с Наталкой почаевничать, и вот снова по тортику, я сначала отказывалась от тортика, не-не-не-не-не, а потом решила, да ладно, сколько той жизни, ладно, сегодня еще раз обожремся, а завтра будем начнем снова худеть, да? Так, ты что, ждешь, когда чай высохнет? Высохнет? Нет, остынет чуть-чуть, да. Кофе ж мужикам. Так, вот я Наталке уже говорила. Мне вчера советовали прическу что-то измениться. Я сказала, что я к лету изменюсь. Я пока не буду говорить, что я изменю, но я что-то изменю. Так что не переживайте. Я сегодня такая вот крученная-накрученная. Хотя у меня уже кудрей почти плохо видно, кудрей, волосы как растрепанные получаются, да, Наталка? Да? Наоборот, кучерявые. Кучерявые, да? Хотела прийти с распущенными. В последнюю минуту заколол, потому что волосы мне мешают. У нас еще вот жарко. И когда волосы мне мешают, и жарко, и ладно. Я уже придумываю, уже жарко. Не привыкла просто с распущенными волосами, они мне мешают. Так, давай, по тортику. У Наталки там лучок зеленый. Все. У меня тоже, кстати. У меня лук зеленый, и я хочу скоро сделать какие-то или пирожки, или плацинды с яичком, зеленым луком. Вот такие вот вкусненькие. Знаешь?
цветок с укропом, зеленым луком. Цукром, с укропом, да, с зеленым луком. Я вот ращу зеленый лук, хочу, да. Несмотря на похудение, как говорится, надо ностальгию иногда, как говорится, убивать, чтобы покушать чего-то такое, по которой ностальгируешь. Так. Я хочу себе зарядку каждый день делать. Делай. Я вот по такому худенькому куску мы с Наталкой. Опс. И на тарелку себе поотрезали. Это мы худеем. Кофе. Мужикам пошел. Кофе. А мы чаемничаем. Ой, хорошо сидим вообще. Красота, лепота, люди. Я сказала, паста, хватит уже скучать. Надо ходить по гостям. Надо праздники проводить в компании, потому что это уже надоело мне. Только семейную кругу, если бы вы знали, вообще быть волком хочется. Говорю, хватит. Надо это самое.